Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Сегодня очень знаменательный день, так уж получилось, что в этот день родился Андрей Брабху, вот, который справа. Так что давайте его благословим. Прохладный Харибо, давайте. Харибо! 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 Пусть он будет духовно счастлив, телесно здоров, и пожелаем ему скорейшего встречи с Господом Кришной в духовной мире. В своем время. Пусть, да. Не торопится нас покидать. Харигвал. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Спасибо, Харибо. Харибо. Харе Харе Харибо. Андрей Прабу.
Я желаю, чтобы в тот фу стояла очередь, чтобы столько было людей там, кто посещал, просто очередь стояла. Принимайте, принимайте. Вам пришлось просто еще открывать штук 5 заведений, чтобы просто... Чтобы это стало основным заведением нашего города, и все экскурсоводы просто заезжали, говорили, вы были в Днепре? Значит, надо заехать в тот фу, попробовать. Там готовят с любовью, чтобы слава возгремела по всем трем мирам. И даже в Google картах только забивают, что это самые ценные места планеты. И сразу же раз, после Вриндавана на втором месте было Майапур, Джанат Капури, третье и четвертое место, это вот. Вот это круто. Начинаем со спектакля. Как спектакль называется? Ой, начинается. Ладно, давайте я скажу, назову. Господь Чайтанья идет через лес к Джарахамду. Где Господь Чайтанья? Дубль один, кадр один. Джанат Капури. Дубль два, повтор. Господь Чайтанья, мои дорогие друзья, я так счастлив сегодня. В сердце моем появилось сильное желание отправиться во Вриндаван. И завтра я решил пойти туда один. Рамананда Рой. Ха, мой Господь, ты собираешься во Вриндаван? Разве ты не знаешь, что это путешествие продлится 3 или 4 месяца? Сварупа Дамодара. О, Гаура, ведь дороги во Вриндаван полны опасностей. Тебя могут повстречаться дикие животные, разбойники. Пожалуйста, не ходи туда один. Господь Чайтанья, нет, я решил идти. И я должен сделать это один. Ведь как должен поступить, так должен поступать саньяси в соответствии с писаниями. Рамананда Рой, о нет, ты должен взять с собой спутника. Вдруг по дороге с тобой что-нибудь случится. Тебе некому будет помочь, а мы здесь не будем находить себе место в тревоге за тебя, рассказчик. Сначала Господь Чайтанья не соглашался и настаивал на том, чтобы отправиться во Вриндаван в одиночестве. Но затем, связанный любовью своих преданных, Рамананда Рой, Сварупа Дамодара, умоляюще складывают ладони. Он смягчился и сказал, что возьмет с собой одного спутника. Рамананда Рой и Сварупа Дамодара обещали Господу найти ему самого лучшего спутника и отправились на поиски. Они обошли множество домов в Пури. Рамананда Рой и Сварупа Дамодара ищут спутника среди зрителей. Наконец, они пришли в дом достойного брахмана по имени Парамананда Бхаттачарья. Сварупа Дамодара. Бхаттачарья, не хочешь ли ты отправиться во Вриндаван вместе с Чайтаньей? Парамананда Бхаттачарья. О, конечно же, я с радостью сделаю это. Сцена 2. Дубль один. Все расходятся. Дорога из Джаганатхапури лес Джариканду. Рассказчик.
На следующее утро Господь Чайтанья и Парамананда Бхаттачарья отправились во Вриндаван. Герои идут по сцене. Они ушли с рассветом, и, как сказано в шастрах о начале долгого путешествия, ни разу не оглянулись назад. Первое время Гауранга шел по главной дороге, но затем он сказал, Господь Чайтанья, «Мой дорогой Бхаттачарья, мне кажется, вы должны свернуть с главной дороги и уходить в лес!» Дорогой Господь, разве ты не знаешь, что этот лес Джариканда полон опасностей? Рассказчик. Несмотря на все возражения Парамананда Бхаттачарьи, Бхаттачарья качает головой со сложными руками, Господь Чайтанья свернул с главной дороги на тропинку, которая вела в непроходимый лес Джариканда. На сцену выходят дети, изображающие деревни, и герои какое-то время идут между ними. Нормально. Рассказчик. Этот лес густо зарос деревьями, лианами, и был населен дикими животными. Дикие животные. Практически сразу. Все домашние, а домашние. Подождите. Практически сразу же с Господом Гауранга начали происходить удивительные приключения. Сначала на тропинке перед нашими героями появилась целая стая диких тигров. Дикий тигр. И преградила... Услышав звуки мантры, звери постепенно успокоились и расступились, давая дорогу нашим путешественникам. Тигры расходятся в стороны. На следующий день, когда Господь Чайтанья шел по лесной тропинке, он увидел, что прямо на ней лежит огромный тигр. Господь Чайтанья подошел к тигру, коснулся его своей подобной золотому лотосу стопой и сказал. Тигр Бабу Кришна, воспевай имена Кришны. А берег лесной реки. Два человека растянул ткань возле переднего края сцены, волнообразно качает ее. Господь Чайтанья и Парамананда Рой, Парамананда Бхаттачарья видит в воде, спрятав скрещенную, короче, рассказчик. Однажды Господь Чайтанья и Парамананда Бхаттачарья сидели в водах лесного озера и читали мантру Гаятри. Из глубины леса послышался какой-то шум. Слоны начинают тихонько топать ногами. Слоны? Я не слово! Тихонько начинают топать ногами. Этот шум приближался, земля содрогалась, трещали ветки и падали деревья. Слоны поднимаются на ноги и начинают топать изо всех сил. И вот на берег озера прямо перед Господом Чайтаньей выбежало стадо бешеных слонов. Видев слонов, Господь Гауранга плеснул на них водой, и озеро из озера начал бить. Господа, слоны начали постепенно успокаиваться. Господь Чайтанья. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Слоны замолкают и начинают синхронно раскачиваться из стороны в сторону. Рассказчик. Господь Гауранга продолжает воспевать, и под конец слоны испытывали
такой экстаз от звука святого имени, что уступали на землю, что упали на землю и стали кататься по ней. Господь читание. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари. Они падают на землю и катаются по ней в экстазе. Сцена 4. Лес Джариканда. Вдоль заднего края сцены стоят люди, изображающие деревья. Кто деревья? Чем ближе подходил Господь Чайтанья к Вриндавану, тем глубже он погружался в нектар санкиртаны. Появляются Господь Чайтанья и Парамананда Бхактачарья. Они поют. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Кришна, Хари Рама. Рассказ. Кирстан Господа был так прекрасен, что на звуки его из леса вышло стадо оленей и пошло вслед за ним. Выходят олени и следуют за Господом Чайтанья и Парамананда Бхактачарья. Господь Чайтанья идя вдоль сцены. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Затем из леса вышла стая тигров и тоже пошла за Господом. Вместе с оленями тигры выходят и идут вместе с оленями за главным героем. Господь Чайтанья, остановившись посреди сцены, воспевает имя. Тигр может подняться на задние лапы. Олени стали обниматься и целовать друг друга. Когда я вижу поколение обниматься и целуюсь, я вспоминаю землю Вриндавана, которая так дорога моему сердцу. Вриндаван – это трансцендентная обитель Господа. На Голоке Вриндавана нет голода, гнева или жажды, поэтому животные и люди там живут в трансцендентной дружбе. Господь Чайтанья продолжил свой киртан и на звук его голоса из леса вылетели лесные птицы. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Под конец Киртан Гауранги достиг такой силы, что даже деревья стали раскачиваться в такт музыки. Киртан. Господь Чайтанья, выходя вперед и обращаясь к зрителям. Мои дорогие преданные, воспевание святых имен настолько могущественно, что может разбудить сознание даже деревьев. Что же говорить о нас с вами? Пожалуйста, повторяйте святые имена вместе с нами. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама. Yeah.
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Thank you.